о праздники, переполняет эту мастерок, расширяет границы. Есть аварийно-спасательный отряд. И звание лучшего он ежегодно подтверждает на различных соревнованиях. В отряде работают люди, герои. И в нем почти 3 года несет службу наравне со всеми. С любовью и уважением коллектива, талисмана отряда и центра гражданской защиты, лауреат диплома главы городского округа Щелково и многих других наград, первый корги спасатель России Маруся. Это бесстрашная, милая девчонка подарила сердца миллионов людей, а ее друзья создали корги-отряд, который участвует во всех мероприятиях городского округа Щелково, где пропагандируют любовь к животным и работу пожарных и спасателей. Внимание, друзья! Вместе с замечательными артистами, детским вокальным коллективом «Фасольки», школы искусств имени Розума и песни «Рыжая собака» встречаем корги-отряд «Маруся и друзья». Возглавляет шествие корги-отряда организатор встреч Лариса Корж и Елуш, верный друг и заместитель Маруси. Знамя отряда выносит Александр Алексеенко, ветеран корги-отряда, активный участник всех мероприятий отряда. Друзья, встречаем аплодисментами. Примите сердце.